Антикоррупционная инициатива от Олега Ляшко. Главный радикал предлагает разработать механизм отзыва коррупционеров от власти и закрепить его в Конституции. Есть у Ляшко и другие инициативы по изменению основного закона. Президентские и премьерские функции он предлагает объединить, а контроль за деятельностью главы государства передать парламенту. А вот количество депутатов, по его мнению, нужно сократить до 250 и запретить нардепам избираться в Раду больше двух раз. Жорстка вертикаль влади, сильний президент, ліквідація посади прем'єр-міністра, президент – глава уряду, який формує уряд, парламент із сильними контрольними повноваженнями, скорочення чисельності міністрів, максимум 10. Отака структура, коли президент, глава виконавчої влади, несе повну відповідальність за стан справ в країні, має усі повноваження, але й максимальну відповідальність.